Все профессии важны, все профессии нужны. Добрый день, дорогие телезрители. В прямом эфире самое молодежное ток-шоу на телеканале ТДК-42. Меня зовут Орын Эвхарат, я рад вас приветствовать. Темой нашего сегодняшнего эфира будет выступать работа для школьников и студентов в летнее время отдыха. Итак, у нас сегодня в гостях Максим Сбараский, директор ресторана «Виноград», Елизавета Свечникова, Фариза Утибаева, Лязат Стамгазиева, Никита Кучкин и Гульназ Галиева. Да, дорогие друзья, давайте, пожалуйте, начнем. Дорогие телезрители, если у вас есть вопросы, звоните, дозванивайтесь по телефону, который вы видите у себя на экране. Задавайте свои вопросы по нашей сегодняшней теме. Лязат, давайте начнем с вас. Давай. Хочу напомнить для всех, пользуясь случаем, поздравить Лязат. У нас Лязат Стамгазиева по Западно-Казахстанской области набрала большее количество баллов по ЕНТ. Это 121 балл, с чем я не могу тебя не поздравить. Спасибо. Мы желаем тебе успехов. Мы знаем, каким кропотливым трудом это достается. Да, я по своему опыту знаю. Вот. 121 балл, мы тебя с этим поздравляем. Давай начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, по работе. Ты когда-нибудь работала? Здравствуйте, во-первых, Кайрат. Здравствуйте, студия. Спасибо за поздравления. Я, если честно, никогда не работала, но планирую. В целом, конечно, я вот закончила недавно школу, как ты сказал, и планирую учиться на бизнес и менеджмент. То есть хочу стать бизнесменом, так же, как и вы, Максим. Вот. Не знаю, я никогда в жизни не работала, но планирую начать работать этим летом. Думаю, даже, возможно, то, что вы не работали, вы не отвлекались там на различные, у вас было много времени. Вот, пожалуйста, плодотворные работы, 121 балл. Я никогда не работала, но я всегда была волонтером в спеццентре там или что-то еще. Такие вот активные работы в школе. Да, но это не на самом работа. Деле, ты еще, по-моему, президент 42-й да, школы. Да, была президентом гимназии своей. Ага. Ну, это как бы просто была активисткой, скажем так. Вот. Ага. Это тоже в своем роде какая-то работа. Хорошо, давайте продолжим. Фариза, вам вопрос. Вы, насколько я знаю, работаете, да? Да. Ага. Вам сколько лет? 16. В столь вот юном возрасте нынче берут, да, на работу, как ведь... Есть такой закон о эксплуатации детского труда. Ну как, да, оно принимает. Ага, вот расскажите, пожалуйста, вашу историю о трудоустройстве. Мне было 15. Нас родители как бы в любом возрасте будут обеспечивать, но как бы не хотелось бы просить денег у родителей все же. Хочется самому зарабатывать, учиться. Пошла я в один ресторан, как бы меня приняли на стажировку. И потом получилось так, что приняли на работу, отработала месяц, и после этого месяца мне не дали зарплату. Ага. Опа. После чего, печалька. Да, после чего мы поругались там и все такое. Ну, я вышла с этой работы, да. Сейчас я работаю в престижном заведении. Там, когда я приходила туда, в самом начале пришла. Опять же, взяли меня на стажировку, потом приняли, потом как бы мы разговорились. Я сказала, чтобы такого вообще не было, потому что так, как это было, как бы это... Я работала месяц, и мне не дали зарплату, вот, да, это хотел как бы об этом нечестно. Поговорить. Вы кому-нибудь рассказывали, допустим, вы сказали родителям, что вот, мам, пап, я целый месяц там ходила с утра до ночи, то есть кого-то обслуживала, да, приносила им еду и тому подобное. А то есть через месяц они мне заявляют такое, что, простите, вы нам не подходите, зарплата да, не выдается. Так они и сказали. А чем они вообще вам объяснили то, что им не дали, допустим? Без понятия. Вообще не знаю. И вы не потребовали вообще ничего. Вот, вы никуда не обратились ни в полицию, ни к родителям, ни еще куда-то. Нет, ну к родителям обратилась, конечно. Ага. А родители? Ну, а родители чего? Договор, может, какой-нибудь был там составленный, не знаю, или еще какая-то вообще преждевременная. При то есть просто пришла, то есть вот вам работа, пожалуйста, работайте. Да. В общем, расчет ты не получил, просто бесплатно ходила, да? Да. Целый месяц. Целый месяц бесплатно. Ага, вот такие вот случаи. Это было очень обидно. Максим, вам, пожалуйста, вопрос. Вот к вам наверняка тоже приходили, да, вот школьницы примерно ее лет устраивались к вам. Скажу сразу, что школьников мы стараемся не брать, потому что по закону с 18 лет молодой человек может иметь право работать. Вот, поэтому студентов, конечно, мы принимаем. Существует испытательный срок, как говорит. Стажировка, да? Да, стажировка, так называемая. Но здесь все зависит от человека, насколько он хочет работать, насколько у него позволяет его там память, знания какие-то, вот насколько он хочет научиться и хочет вообще работать. Вот, то есть кто-то ходит неделю, вот так же месяц ходит и просто бесполезно. То есть человеку даются знания какие-то там,
опыт, ну, рассказывается информация по работе. Ну, человек как бы не схватывает этого ничего, и получается в итоге он просто месяц ходит бесплатно и увольняется, скажем так. Да? А, Фариза, вы не задумывались, может быть, именно вот такой случай с вами произошел, может быть, вы не запоминали там меню, там же есть какие-то свои требования, критерии? Нет, почему? Я пришла, я выучила меню, меня приняли на работу как бы. Но не знаю, в чем причина того, что... Ну, были ли недовольства со стороны клиентов, руководства? Говорили ли, вот там, Фариза, ну почему опять? Фариза, ну что это за... Нет, было не ли бежал. Такое? Может, если мы сейчас... Нет, я не скажу, что я там идеальный официант. Ага. Это было у всех. Как бы недостачи и все такое, это было у всех. И клиенты кидали там всех, бывает. Ага, Максим, пожалуйста, прокомментируй. Ну, я не знаю, может быть, какие-то личные отношения, неприязнь с руководством. Ну, согласитесь, просто так человека не увольняют без причины. Может быть, вам все-таки нужно в себе покопаться, что-то, может быть, какую-то ошибку. Ну, а почему-то сейчас в этом престижном ресторане, в котором я после пошла, в другой ресторан, да. Я здесь работаю уже год. Да? И то есть, все как бы замечательно. Оценили ваши возможности и способности, да? Да, я пришла тоже мне в том же. Тогда думаю, вам не стоит сожалеть, вам, думаю, нужно смотреть вперед и радоваться. Да, как бы говорится, все, что не делается, все к лучшему. Да, конечно. Может быть, просто первое заведение было, скажем так, не совсем таким... Заведением. Да, заведением, да, просто там. Что-то вот такое вот. Ну, не возможно. Ресторан, как-то не соответствует каким-то требованиям, может. А вот ты смотри, ты работаешь только летом или... Нет, вообще постоянно у тебя там? Да, бывает. Никита, давайте, раз вы уже начали, продолжайте. Ну, здравствуйте, во-первых, студия, здравствуй, Карат. Вот, ну, я вообще работаю аниматором уже где-то два года я этим занимаюсь. Вот, ну, честно скажу, я просто, я с детства... Давай для начала, вот, сколько тебе лет, Никита? Честно? Нет, говори. Я к чему это спросил? На самом деле Никите 17 лет, правильно? Да, то есть выглядит он, да, по-моему, даже старше, чем Максим. То бриться надо. А вот, кстати, вот вы как раз не сталкивались с такими случаями, что выглядит старше и не говорил правдиво? Да, были, пока они как бы не потребуешь удостоверения личности. То есть была такая ситуация. Ну, вообще была ситуация, когда человек устроился, а после оказалось, что ему нет даже 18 лет. Поэтому сейчас... С этим очень строго. Как бы, выплачивается штраф, насколько я знаю, если принимается человек до 18 лет. Работодатель выплачивает штраф. Но ведь расписка есть с разрешением родителей, да, же можно. Ну, вообще-то да, я знаю, конечно. Просто еще как бы ситуация такая, что рестораны, как правило, работают допоздна, и поэтому это не совсем удобно. Бывают случаи. Поэтому здесь все зависит, конечно, от желания родителей и самого желания молодого человека. Давайте, Никита, продолжайте. Ну, я работаю уже аниматором где-то два года, то есть я веселю детей, веселю не только детей, и взрослых. Вот. Но мне, честно, нравится моя работа. Вот. То есть я прихожу на свою работу, так сказать, с удовольствием. То есть мне приятно, когда вот ты играешь с детьми, и они веселятся, потом говорят, ты клевый, ты классный, ты вообще такой смешной. То есть улыбка ребенка, очень приятно мне видеть ее. Когда я вот, то есть показал, ребенок радуется, там, рассказывает потом своим друзьям, это приятно все равно. Давайте, Елизавета, вам слово. Здравствуйте, во-первых, здравствуйте, телезрители, здравствуй, Кайрат, здравствуйте, студия. Мы начнем с того, что раз уж все называют свой возраст, да, мне 16 лет, я учусь в школе. Я отлично закончила этот год, в принципе, как и все остальные. Я подрабатываю, ну как подрабатываю, я работаю фотографом. Мне нравится моя работа, потому что фотографии для меня это много значит, это может быть какая-то часть моей жизни. Я люблю сама фотографироваться, я люблю фотографировать людей, запечатлять какие-то моменты, это мне нравится, это же классно. Люди приходят ко мне и какие-то торжества, какие-то мероприятия фотографировать и... Слышу слова благодарности от того, что, блин, какой классный момент, ты его поймала, ты его запечатлила. Да, это, ну, мне нравится это. А можно спросить, вы как самоучка, просто вот на там деньги, которые откладывали на обед, там купили себе фотоаппарат, объектив, боди и пошли фотографировать, или вы целеустремленно, намеренно ходили на какие-то курсы, есть же по профессионализму вот этого вот фотографов, да? Ну, для начала... Фотоаппарат мне купили родители. У меня у сестры своя фотостудия, и я ходила на курсы, я, в принципе, работала у нее определенное время, когда приезжала к ней, то есть в другом городе. А да, я закончила здесь курсы, и, в принципе...
Да, у меня вот с чем вот сталкиваются, и как бы, вот и Максим только что говорил, что ранний возраст. Вот когда вас заказчики, допустим, вот у меня свадьба, вот я звоню, ага, Елизавета, ты приходишь, а тут маленькая девочка, как бы. И не возникает ли у них каких-то сомнений, да, вопросов, то, что... Что вообще бывает в этот момент? Когда люди заказывают фотографа, они сначала же просматривают его работу. Портфолио, да, у вас, да, значит, есть? Да, какое-то... У меня есть своя страничка ВКонтакте, в принципе, каждый может зайти, посмотреть. Там есть фотографии, которые я фотографировала, также обрабатывала сама. В принципе, люди могут посмотреть, и, соответственно, ты же не пойдешь к какому-то фотографу с улицы, который ты не знаешь вообще, чем он занимался до этого, кого он снимал, и... То есть ты же сначала просматриваешь его, вот, значит, работу. Ты, значит, основательно подготовилась, да, портфолио у тебя свое, да? Да, да. Угу. Хорошо, давайте и Гульнас. Всем привет, мне 20 лет, я закончила второй курс. Ну, в данный момент я работаю тоже, я работаю аниматором, как Никита. И мы тоже с Никитой как-то организуем детских праздников. Как Никита сказал, это радость увидеть радость детей, вот, с ними играешь, ты чувствуешь себя как ребенком, прям точно их, точно как они, прям. Максим, вот что только что вспомнил, вот здесь, смотри, вот здесь все школьники, студенты, ты ведь тоже был школьником, студентом, расскажи нам, пожалуйста, вот этот вот путь от школьника Максима до ресторатора. Ты тоже с самого раннего детства, там с 16 лет, нет, тоже где-то был официантом, и вот нет, потихоньку. Я гораздо позже начал работать. Ну, в то время. Может, какой-то совет им дашь? Ну, совет какой? Я советы сейчас говорю официантам, ребятам, которые приходят, все зависит от вас. То есть, насколько вы хотите работать, насколько вы хотите зарабатывать деньги. То есть мы предоставляем эту возможность вам. Даем буквально все для того, чтобы вы стали зарабатывать деньги, стали самостоятельными ребятами, потому что независимыми, скажем так, да, со своими какими-то целями, которые у вас появляются, когда у вас появляются деньги свои. Вы каждый хотите, там, не знаю, подарить подарки себе, любимому, своим родителям. То есть у вас появляются цели, желания, и вы их осуществляете. Это очень, я считаю, здорово для ребят. Поэтому, как вот мы смотрим на Запад, да, на Западе, как правило, становясь студентом, родители отпускают его в свободное плавание, и человек становится самостоятельным уже буквально там с 18-17 лет. Вот, то есть он познает все эти сложности жизни сам. Вот. Хотя у нас есть, конечно, ребята, которые живут за счет родителей. Я думаю, все-таки это разница в том, что у нас, насколько семьи состоятельны или нет. Есть возможность зарабатывать или работать самостоятельно, или жить, как говорится, на шее у родителей. Ну, то есть все это прекрасно понимают, да? Но я думаю, что все-таки желание человека больше всего зависит от этого. Вот. Поэтому совет какой? Просто, да, нужно желание. Нужно, наверное, как я повторюсь, память хорошая. Потому что пока вы молодые, там можно просто выучить там все остальное, как бы схватывается на лету. Какие-то там определенные, ну, по работе с моменты, да? Их можно обговаривать, ничего страшного, если там вы первый раз сделаете ошибку, мы вам подскажем, поможем, и до дальнейшего вы как бы будете уже самостоятельно владеть ситуацией. Вот. Поэтому я думаю, что желание — это в первую очередь большой фактор. Если взять в процентном соотношении, вот в Винограде, да, вот в вашем ресторане, вот коллектив, допустим, я скажу, 40 человек, да, вот сколько из них там школьники, студенты, а сколько уже вот, которые, ну, не обучаются? Студенты, как правило, конечно, это работники, именно официанты и бармены, ребята есть у нас, которые удачно совмещают и работу, и учебу. У них, я так понимаю, свободное посещение, вот, ну, что им не мешает, в свою очередь, и зарабатывать, и учиться. Хотя для нас, конечно, представляет сложность то, что ребята отпрашиваются на сессию, там, на какие-то зачеты. Ага. Вот, и как есть, вот решаются такие вот моменты? Ну, заменяют друг друга ребята, получается. Ага. Что-то, какие-то... А рестораторы как бы стараются войти в положение там, да? Да, если работник хороший, он достаточно нужный, скажем, для заведения, человек, который отдает себя полностью в работе, почему нет, мы идем ему навстречу. Вот. Но с другой стороны, конечно, когда при приеме на работе, скажу честно, учитывается фактор, студенты или не студент, приходишь ли ты на работу на летний период или нет. Все зависит, конечно, от, если вам штат набранный полностью, тогда, конечно, мы, ну, не можем принимать людей свыше положенного. А если есть, как бы, ну, есть в смысле и возможность трудоустроить, то
мы стараемся трудоустраивать. Ну все понятно, ребят. Спасибо. Давайте примем сейчас первый звонок. Итак, слушаем. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Почему ваша программа сейчас начала в час, а была раньше стрима просто постоянный ваш зритель, поэтому этот вопрос. А второй вопрос, не стыдно ли будет вам, участникам? Спасибо за звонок. Ага. Я не расслышала. Что касается первого вопроса, да, дорогие телезрители, мы теперь программа «Кто есть меня» будем выходить по субботам в 13.00. Не пропускайте, смотрите, участвуйте в разговоре, звоните нам, задавайте вопрос. А второй вопрос, думаю, Карат, наверное, ответил. Можешь его озвучить, я его не расслышал. Он спросил, не стыдно ли работать официантом? Кстати, как да, вы к этому относитесь? Ходят в мигом, мне неприятно. Ага. Пожалуйста, прокомментируйте ему. Я думаю, он сейчас нас смотрит, и вы ему ответите. Я не понимаю, что здесь стыдного. Если ты хочешь работать, если есть у тебя желание зарабатывать там и все такое. Можно мне ответить? Конечно. Я, конечно, сама не официант, никогда в жизни не работала, но я не поняла вообще ваш вопрос, почему человеку должно быть стыдно за то, что он зарабатывает деньги, помогает своим родителям. Насколько мы знаем... Не даже... стыдно работать официантом? Стыдно ходить без денег? Да, стыдно вообще сидеть в своем-то возрасте, на шее у родителей, просить у них каждый раз денег. Вот это стыдно, я считаю. Ну и как говорит нам с вами история, самые молодые миллиардеры, даже те ребята, которые сделали деньги на чем-то, они начинали тоже с таких лет, скажем так. Поэтому у каждого же своя жизнь, своя история, каждый делает ее сам, своими руками, скажем так. Поэтому я никогда не работала, но с первого курса своей учебы за рубежом я планирую начать работать. Поэтому я считаю, что это далеко не стыдно. Ага. По этому поводу хочу сказать. Угу. Стыд заключается в чем? Некоторым людям действительно стыдно подойти, предложить что-то там. Потом, опять же, есть люди, которые неадекватно относятся именно к официантам, то есть могут... Поведение. Да, поведение, нагрубить могут, да. То есть здесь, конечно, надо барьер этот, то есть зависит от, опять же таки, насколько ты коммуникабелен. Если ты легко входишь, общаешься, то есть можешь заговорить с человеком, это буквально дело недели или двух месяц, и человек становится профессионалом, если есть такое желание, опять же, повторюсь. А если человек немножко скован, ему тяжело заговорить, тяжело предложить что-то. Он даже, получается, он может быть, даже не будет официантом, ему даже тяжело будет стать торговым представителем, потому что он не сможет зайти в магазин и предложить свой товар. То есть официант – это тот же продавец, по сути. Он продает, тот продукт, который производит, или напитки какие-то. Если человек не знает товар и не может предложить, смысл тогда ему работать вообще? То есть, как правило, сейчас все официанты зарабатывают за счет процентов. Насколько ты больше предложишь, насколько ты больше продашь, столько ты и заработаешь. Между прочим, на вот этих процентах официанты зарабатывают даже больше, чем некоторые офисные работники. Бывает, что даже больше, чем администраторы. То есть успешные официанты, которые прям можно гордиться такими ребятами, которые зарабатывают на порядок больше, чем администраторы. Да, то есть мы знаем, что чаевые на сегодняшний день составляют 10-12%. В день он, если обслужил 20 клиентов и так будет в течение месяца, то он в несколько раз превысит заработную плату какого-нибудь клерка. Чаевые, я считаю, что это дело каждого. Надо смотреть больше на именно тот процент, который он заработал, ту сумму, которую он сдал в месяц, скажем так, да? От этого отталкиваться. Потому что чаевые – это сугубо личное понятие, и оно туда лучше не заглядывать. Чаевые зависят от его именно... услужливости и от его внимательности. Да, понравился ли он клиенту. Да, да. Насколько человек будет обаятелен и обходителен с вами. Поэтому. Спасибо. Сейчас вопрос к молодежи хотел бы задать. Смотрите, школьники, студенты, которые работают, они это делают как? В чем причина? Какая-то острая нехватка финансовая? Или им говорят родители, что давайте, помогите? Либо им реально просто делать нечего летом? Один день погулял, вторую, месяц погулял, поиграл в компьютер, уже прошел все игры, все карты, уже и все, и сидишь, и что делать? И пошел на работу. В чем причина, пожалуйста, скажите? Вообще, я считаю, что масса для этого Потому что сегодня у нас собрались молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. Такое процентное соотношение во времени, хотелось бы спросить, как вы думаете? Я считаю, что для этого масса причин. Есть же, конечно, люди, которые
малоимущие семьи, которые дети, ну как бы им стоит пойти работать, им как бы это надо. А есть такие, как, например, я, Никита или Фариза, мы просто этого хотим сами, чтобы, может быть, с малого возраста приучиться к этому и понять, что такое, как работать, как это, может быть, тяжело, как зарабатывать каким деньги, тебе, да. Да, каким трудом это тебе дается. Потому что все-таки, наверное, с малого возраста надо к этому приучаться. Да, между прочим, вот когда с раннего возраста работаешь, не то, что ты там уже при деньгах стал, а это дисциплинирует характер. То есть ты относишься к деньгам уже по-другому. Если раньше, ну как бы не сказать, что 1000 тенге это там мега сумма какая-то, да, и раньше вот потратил ее, и думаешь, а, ладно, короче, ну 1000 тенге. А вот сейчас уже когда начал работать, уже сам, допустим, деньги были, да, то есть... Верни мне сдачу, чувак. Да, вот, пожалуйста, расскажите, Гульнас, вот вы прокомментируйте. Ну, я вот думаю, да, вот, каждый человек, каждый студент или школьник летние дни, они обязаны, даже должны работать, потому что должны летом помогать родителям. Они по-любому как-то с сентября до, получается, до мая они учатся в школе, да, вот. Они по-любому в эти дни... В этот месяц и так далее они не будут работать, потому что у них уроки и так далее, занятия. А летом им же делать нечего, так сказать можно. Ну потом, мне кажется, то, что какая-то у родителей гордость будет просыпаться. Вот, например, мой сын там, или моя дочь вот уже молодец, сам может заработать. Я даже могу привести случай жизни. Вот просто как-то раз как раз шел с работы, то есть получил определенную сумму, в общем, этот. Ну просто пошел в магазин купить продуктов, вот накупил себе пакеты, и приятно, то, что ты можешь помочь семье как-то обеспечить. То есть за твой счет, как сказать, поужинать. Да, как бы за твои. Это гордость, потому что тоже в человеке все равно. Приятно же, когда нас родители хвалят. И вот ты работаешь, вот молодец, сынок, вот. Сейчас вот в сторону немного эксплуатации детского труда, я не знаю, наверное, уйду. Я как-то, в общем, в одном торговом доме, в одном бутике вещевом, в общем, зашел туда. Женщина-продавец, то есть, ну, сидит немного, в общем. И маленький мальчик, я не знаю, это ее сын, племянник, в возрасте максимум лет 9-10, то есть. И он бегает, как бы размеры подает, там, консультирует и тому подобное. Вот как... И вот не просто, что вот один день, я туда вернулся через два дня, вот мне там зачем-то надо было, да, и видел точно такую же картину. Опять она сидит, вот он работает, маленький мальчик лет 10. Вот вы как считаете, это его дисциплинирует, его характер, может он в будущем, ему это будет колоссальный опыт вот в сфере финансового маркетинга, там он будет просто акула продаж. Или все-таки у детей должно быть детство, и перегибать палку ему не стоит. То есть, вот тебе исполнилось 16, ну, в принципе, ты можешь помочь маме. А вот 10 там, вот вы как считаете, давайте для вас начнем. Да, очень знакомая ситуация. Думаю, вот, ну, ты сама видела такую ситуацию? Нет, я, знаете как, у меня есть родственники, у которых есть свой определенный бизнес. И у этих родственников есть дети, трое детей. И самому младшему, как бы не соврать, ему года 3, может, 4, не знаю. И этот маленький мальчик, в общем, ходит и помогает своим родителям все время по бизнесу. Ну, если, конечно, этот ребенок... Подписывает там контракт различный. Нет. Просит что-то принести, там этот он ходит. Да, не совсем такое серьезное. И мне кажется, если вот та женщина, может, это ее сын, племянник, там, если родственник, может, она как-то его приучает, это даже неплохо, но... Лично я сама, допустим, в будущем не дам своим детям до 16 лет работать. Ну, я согласна с тем, что у детей должны быть как бы... Ты последуешь примеру своей матери, я так понял, да? Да, я не дам работать. Пусть они растут, учатся и потом как получат такое образование. И наберут на ЕНТ 121. Да, 125 пусть наберут и вперед работать. А вот по счету этой вот ситуации хочу сказать, что, ну, племяннику моему это очень нравится делать. Допустим, мы не давим на него, там, его никто не заставляет, он сам просится. Он, знаете, так все знает, такой смышленый. Может, это как-то помогает детям. А вот дети, которые работают вот более, скажем так, в нашем возрасте, у меня есть даже такие друзья, которые подрабатывают вот, и официантами, фотографами там, или что-то еще. Я вам скажу так, зарабатывают они достаточно неплохие деньги. Ну, если ребенку самому нравится, почему бы и нет? Да. Согласитесь, почему бы, если есть... Ну, это, знаете, на усмотрение родителей, мне кажется. Да, давайте, Фариза, вам слово, пожалуйста. Я даже не знаю, сказать. Ну, со стороны это как-то смотрится, как будто мать его там заставляет или что, я не знаю. Ну, может, это ребенку самому нравится, да, я не знаю даже. Вы знаете, это же еще зависит какое-то отношение, если там говорят, иди быстро, там принеси, как-то ругают. Да, бывает это отдельно. А вот когда просто попросить ребенка, это другое. И когда ребенок сам это хочет, это уже третье. Поэтому. Случаи тоже разные бывают. Вот, допустим, некоторые молодые люди вот в 16-летнем возрасте, я вот даже по себе сужу, вот когда мне было 16, у меня прям, я думал, что все, кроме работы официанта в 16 лет, мне больше ничего не светит.
На самом деле вообще, да, ничего подобного. То есть вот люди, которые работают и фотографами, особенно легче людям, которые с творческой наклонностью. То есть если они умеют петь, танцевать, то есть на свадьбах, они могут делать столько денег, сколько зарабатывают ихние родители. Вот, да. То есть как бы особенно летом нужно рисковать, жить. Молодость знает, как надо быть первым. Никита, вот вам внешность как-то помогает в работе? Вы все-таки, да, отличаетесь ведь от своих сверстников, это вы явно понятно. 18. Смотря в каком смысле. Да, вот мне, допустим, да, уже 21, а я выгляжу как твой братишка, допустим. Вот, а ты работаешь в сфере такой с детьми, с родителями. Вот когда ты приходишь на заказы, родители не смотрят, что за дяденька пришел там? Даже был случай, когда старше меня со мной на «вы» разговаривали. То есть бывало и такое. Не знают твоего возраста. Да, они не знают, но я не знаю, что в этом такого выглядит. Мне кажется, клиент не должен обращать на это внимание. Да, например, когда я первый раз познакомился с Никитой, я тоже думал такой: здравствуйте, Никита, на «вы», то есть. Да, как в колледже у меня случай был, только, считай, пришли, пришел и смотрится на меня, что за 40-летний учитель тут делает. Фариза, насколько я знаю, да, вы рассказывали, что помимо работы официантом, да, вы работали сиделкой у бабушки, если не ошибаюсь. Пожалуйста, расскажите об этом. То есть, если вам сейчас 16, и вы уже год работаете официанткой, то и вы до этого работали сиделкой. Со скольки лет вы вообще начали работать? Начала работать вообще вот с 15. Ну, в том году начала и нянькой была. Ну, так как соседи попросили, потому что у них работа, и ребенка оставить не с кем. Ну, и предложили, там, в день давай так-так, заплатим тебе. Ну, я говорю, что мне делать, все равно делать нечего, ну, говорю, давайте посижу. Нянчилась с ребенком. После, как бы, начался там сентябрь и все такое, мне предложили, как бы, у нас есть соседка, ей лет 50, наверное. И у нее есть мать, которой лет по 80 с чем-то, почти под 90. Ну, ей оставить некого, потому что как бы она там с памятью там у ней проблемы, да, просто с ней можно посидеть там. Она мне тоже ко мне подошла, говорит, я слышала, что ты сидела нянькой там, можешь посидеть там с моей мамой, там так-так. Я говорю, ну, хорошо. Как бы я хожу утром в школу, там в обед я прихожу, а после обеда у ней самой как бы занятия, у ней самой уроки, так как она преподаватель по русскому и по литературе. Ну, и после школы, как бы, я хожу и там сижу с бабушкой часа два, там три, и вот так. И так пошло-поехало. Ну, потом, да, как бы пошла там туда, потом в другой ресторан, и теперь а нервы нужны были, вот, когда сиделкой ты работала? Что нужны были? Нервы. Скорее, терпение. Терпение, нервы. Ну, смотря как общаешься с человеком, сидишь там. Что мы делали? Мы сидели газеты, читали музыку, слушали телевизор, смотрели. Да. Хорошо, понятно, спасибо. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Я хотела бы задать вопрос, вот девушка, я зовут. Кому? Я зовут, в студии. Это я, Азат. Да, я хотела вам задать вопрос. Девушка, вот вы говорите, я работаю и не даду вот дочке работать. Я хотела вам вопрос задать, вот летний период вы чем занимаетесь? Ладно, учебные годы вы учитесь, мы вам молодцы, что вы там 121 балл набрали, но летний период чем занимаетесь? Можно отвечать, да? Да. Все, вы закончили, спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте еще раз. Чем я занимаюсь в летний период? Я занимаюсь своим поступлением. А собираюсь я поступать в Англию за рубеж и скажу, это даже намного тяжелее, чем это ЕНТ 121 балл, поэтому я занимаюсь своим поступлением на данный момент. Сдаю экзамены, собираю документы, которые нужны. Вот. А не дам своим детям работать до 16, потому что хочу, чтобы у моих детей было детство. И сделаю все для того, чтобы они до 16 ни в чем не нуждались. Ребята, слышали? У вас нет детства. Да, это все ясно. Это я говорю. Сугубо индивидуально. Да, это сугубо индивидуально. Вот. Своим детям, ну, как бы это, знаете, как-то так. А если у твоего ребенка, например, самому интерес к работе? А если появится интерес, и он скажет, там, вот, да, я пойду на встречу. Я буду понятливым родителям. Ага, вот хотелось бы задать вот у школьников, у студентов, идут ли наперекор, мешает работа учебе? Ведь вы не только в летнее время работаете, но и во время самой учебы в течение года. Давайте начнем. Мне лично, я могу совмещать и работу, и учебу, но у меня совершенно мало времени на погулять, вот так вот.
То есть на отдых я уделяю не так много времени. Больше всего, да, учеба днем. Можно мне задать вопрос? Вот ты же сам как бы студент и как бы телеведущий. Как ты это совмещаешь, интересно? Да, на самом деле, самое главное желание, вот как сказал Максим, вот все можно успеть, лишь бы не отмазываться, лишь бы не говорить, что у меня нет времени. Я вот смотрю, допустим, на своих сверстников, которые не работают, и учеба у них не совсем, я скажу, что ахти, похрамывают там через триместры, через барьеры, и говорят, которые, что у них нету времени, то есть там такое-то, почему ты не подготовился? У меня не было времени. А что ты делал, прошу прощения? Ты работаешь, да? Нет. То есть вот ты попал на триместр, что ты делал? Ну, так вот. Получилось. Да. То есть самое главное — это не заниматься всякой ненужными вещами. То есть правильно распределить время, вот, и все успеешь. Вот так, да. Да. Ага, давайте продолжаем. Мне кажется, самое главное — желание, потому что все прекрасно знают наш лицей 35-й, как там тяжело. Я знаю одну девушку, которая закончила этот лицей, она параллельно занималась, музыкальная школа, театральное отделение, и она с отличием закончила лицей, хорошо сдала ЕНТ, и она также с отличием закончила музыкальную школу, театральное отделение, и сейчас успешно работает и учится параллельно. Самое главное — желание. Ага, вот я знаю Фариза, да, что, ну, по графику, вот из ныне сидящих здесь людей, школьников, студентов, твой график более плотный, да, то есть у тебя ночное время. То есть вот, Никита, сколько, 2 часа поиграл, да, допустим, там с ребенком? В зависимости, ну, да. Пусть будет по максимуму, да? Вот Лиза пофоткала там, все. А у тебя, то есть, со скольки у тебя начинается график? Я работала в клубе в летнее время. Ага, Фариза, прости, пожалуйста, давай сейчас мы продолжим. Держи мысль, мы примем звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, у меня вот такая ситуация. Я работала как бы и продавцом, и после сутки отработки своего времени моя напарница опаздывала почти на 3-4 часа. Я должна была смену сдать 9 часов, а ее уже не было до 12 часов. А моего ребенка уже нужно было бы забрать и занятия. Вот я подходила уже 12, мне было некуда деваться, я вышла на 5 минут рядом положить единицу, чтобы хотя бы вызвать такси, дать адрес, чтобы ребенка отвезти домой. В это время подъезжает начальник, меня не оказывается на месте, и в конце вот уволили меня с работы, с которым я проработала все 7 месяцев, почти год уже. И здесь я думаю, не я виновата. Я должна была фактически сдать смену уже в 9 часов. Вот так вот. Ну, скажем, даже в 10. Время было уже 12. И в конце на следующий день меня вызвали. Офис, и сказали, что вы уволены. А вы попытались как-то объясниться? Я объясняла. Он просто не хотел даже меня слушать. Ну, это уже, наверное, личные какие-то отношения, потому что, ну, в любом случае, я думаю, нужно было объяснить и вызвать ту девушку вместе с ней как-то рассказать про вашу ситуацию. Вот. Она сказала, что как бы это ее вина. Ну, знаете, тогда я скажу так, что им нужно было просто кого-то из своих устроить или еще что-то подобное. Скорее всего, нужно было просто кого-то уволить. Просто не находили повода, а тут, да, да, может быть. Да. Максим, а вот, ага, спасибо за звонок. Максим, вот есть ли, могут ли, допустим, у вас, которые работают люди, допустим, жаловаться на руководство или там... Жаловаться по поводу несправедливости? Какой-то? Да, возможно, какой-то несправедливости. Нет, ну, конечно, это право каждого. Ага. Вот. Главное не допускать этой ситуации, скорее всего, чтобы не было жалоб. Вот. А по поводу еще хотел, вот я до этого была у нас тема, рассказать о том, мешает ли учеба работе. А вот у нас проходили практику 2 девочки, ну, в смысле, их было больше, 6 человек. Стажировка. Студенты, да, именно которые заканчивают колледж именно по ресторанному делу. Вот. То есть после прохождения практики мы приняли на работу 2 девушек, которые достаточно как бы проявили желание, активность работать. Вот. Скажем, проработав больше недели, получилась ситуация такая, что как бы ее преподаватели начали задавать ей вопросы. То есть они вначале обрадовались, что ее приняли на работу, а потом, оказывается, работа стала мешать ее учебе.
Вот. И это повлияло на то, что как бы девочка взяла на месяц отпуск без содержания и решила закончить учебу. Вот. То есть, как бы здесь палка двух концов, понимаете? Но потом продолжим. Да, ну то есть мы ее потом примем, конечно, на летний период. Но вот, как бы, желание есть, но. Осталась девушка между двух огней. Давайте сейчас примем еще один звонок. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Да. Добрый день, Максим. У меня вопрос к вам. Дело в том, что я являюсь недавним жителем вашего города. И дело в том, что на летний период времени хотел бы устроиться работать в ресторан. Вот, резюме сейчас говорите. Давайте вы, наверное, лучше попозже позвоните с Максимом. Не, вы можете подойти на следующей неделе и. Как вас зовут? Меня зовут Максат. Опыт работы есть у вас? Да, да, Максат, вы, наверное, потом подойдете, как вы возьмете. Спасибо за звонок. Итак, дорогие друзья, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Давайте сейчас каждый прорезюмируем. Вкратце, давайте начнем с вас, Лизат. Что надо сказать? Можете пожелать удачи и сказать, что надо работать или не надо работать. Да. Ваше мнение? Желаю, конечно же, всем удачи. Угу. Удачи, она нам всем нужна. Желаю всем здоровья. Здоровье – это самое главное. Берегите своих близких и родных. По поводу работы, конечно, это зависит от самого человека и от его родителей, от желания, от стремления, как вы говорите, люди, которые работают. Думаю, что вот в недалеком будущем у нас уже все как бы начнет, скажем так, получаться. А всем ребятам, которые работают, хочу сказать, что вы большие молодцы, что так рано и начали. И думаю, что вот-вот вы уже будете какие-то. Красавчики. Да. Максим, вам слово. Ага, давайте, вкратце. Я хочу сказать так, что обычно как бы ребята просто душой должны понимать, что они хотят. Думать, зарабатывать деньги головой, либо руками. Здесь надо будет понимать, просто внутрь себя покопаться и поискать свои какие-то таланты, внутренние возможности. Либо ты можешь как быть творческим человеком, там, рисовать, фотографировать, я не знаю, там, развлекать кого-то. Ага. Или играть, связано с музыкой, чтобы твоя деятельность должна быть. Либо ты просто хочешь работать на стройке, вот, как вариант, да, то есть, опять же, работать руками. Пойти на стройку, и там всегда тебя примут, и ты будешь зарабатывать деньги. Только вопрос в том, что как ты это будешь делать? Так. Захочешь ты этого или нет? Сделаешь это с умом. Ага, понятно, Никита. Я присоединяюсь к общему. Главное желание и помогайте своим родителям, помогайте своим братишкам, сестренкам. То есть не валяйте просто так дурака лету. У вас целых 2 месяца впереди лету. Так что решайте вы сами. Елизавета, вам слово. Я повторюсь, самое главное – желание и стремление. И я считаю, если ты в раннем возрасте где-то стал работать, может быть, это в будущем тебе поможет определиться с профессией. Mm-hmm. Потому что многие сейчас не знают, кем пойти работать, на кого учиться. Вдруг это в будущем тебе поможет. Гульнас. Ну, я со всеми согласна. Хочу просто сказать, если есть желание работать, то работайте. Если нет, ну, не работайте. Не стоит. Ко всем, конечно, желание там, во-первых, человек сам знает, работать ему или не работать. Мне просто хочется как бы помочь там своим родителям, заработать самой себе деньги, одеваться, обуваться там, как бы. Обеспечивать себя. Надо обеспечивать себя. Спасибо. А закончить программу вот хотелось бы статьей вот из одного портала, я буквально на днях прочитал, что молодой человек, примерно нашего возраста, 20 лет, то есть он закончил там академию на саксофониста, в общем, работает в филармонии. И, в общем, однажды сделал такой эксперимент, в метро спустился, положил шляпу и начал играть на саксофоне. То есть люди просто проходили мимо. А на самом деле он был очень известным саксофонистом. То есть люди приходят на его концерты, там, на его выступления, платят деньги. А тут, то есть, просто мимо проходит. Что хотелось бы сказать, дорогие телезрители, дорогие друзья, цените свой труд, любите свою работу. С вами была самая молодежная программа, ток-шоу «Кто, если не я» на телеканале ТДК-42. Меня зовут Орын Эвхайрат. Всем до свидания. Удачи. Пока.